Дмитрий Медведев поручил главам Миноборнауки и Министерства труда России до 30 апреля принять дополнительные меры по взаимодействию учреждений профессионального образования и работодателей в целях дальнейшего трудоустройства выпускников по выбранной специальности. Медведев подчеркнул, что представители предприятий и компаний должны охотиться за студентами в хорошем смысле этого слова, искать их. Он сказал, что ему было странно слышать слова некоторых студентов, которые говорили, что они, оказывается, никому не нужны и к ним никто не приходит с профильных предприятий. У них должен быть прямой контакт с работодателем в таких важных отраслях прямо с момента зачисления в университет. За юристами можно не бегать, грамотных на рынке разберут, а неграмотные пусть переучиваются. Но те, кто занимается высокими технологиями, они должны быть сориентированы в профессиональном плане, добавил Медведев.